Всем привет из Алании, друзья. 10 декабря. Время сейчас. Постараюсь это видео максимально быстро выставить. Без 1 минуты 5 часов вечера сейчас. И мы находимся в районе Катя Hotel, Азия Hotel. Пляж Кати, вот он вам, пожалуйста. И пляж Азии. И я вам скажу, какая сегодня погода. Сегодня ночью местами были дожди. Погоды солнечной сегодня не было. Температура воздуха средняя 19, естественно, со знаком плюс. Температура воды средняя 20,5. Сейчас тоже так пасмурно довольно. И ближайшие 3 или даже 4 дня, может быть, даже подряд, но надеюсь, они не целый день все-таки будут, ожидаются сильные ливни. Так что примите эту информацию к сведению, те, кто будет здесь. Кто едет в декабре, в январе на отдых в Алании, обязательно берите с собой, друзья, зонтики. Причем зонтики хорошие, которые от ветра не будут разваливаться на куски. Такая вот погода, вот такие вот волночки. Кто-то еще надеется покупаться, но не попал я сегодня днем на Клеопатру. Опять не попал. В принципе, вода еще, можно сказать, конечно же, теплая. Вода теплая, просто сразу надо выходить и в тепло куда-то. Самый идеальный вариант — взять машину на прокат, если у вас своей нет, поехать, вон куда-нибудь подъехать, искупаться, прям машину поставить возле воды с натопленной печечкой в салоне. И запросто можно купаться. То есть в воде сейчас теплее будет, чем на улице. Сейчас уже, ну, захода солнца нет, потому что там все в тучах, все на море, видимо, там дождь идет вдалеке везде. Вот. Сейчас уже темнеть будет, через 40 минут уже будет темно. И тут сносят Катя Hotel, посмотрите, я отдельным видео сделаю, как разваливают отель. Машины работают, спецтехника там. Кто в нем отдыхал, особенно, я думаю, вам интересно будет посмотреть. Привет всем из Алании. Лужи стоят, так и дождь был неплохой. Но он не ливень был, но и ночью, и, ну, я весь день почти про это самое проспал, можно сказать. И поэтому я не видел точно, какой был дождь. Но вот лужи вот эти вот свидетельствуют о том, что дождь был днем сегодня нехилый такой. Все, привет всем. Мы 18-й пляж и иду в сторону Азии.